в данный момент в трендах, да, вышел сегодня, насколько я понимаю. Я еще не смотрел, поэтому буду смотреть вместе с вами. Погнали. О, гитарку мы любим. Пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные пиздуйте. Осуждаем на случай, если кто-то на Твиче нас пересматривает. Под капот V12, на карте я за полночь. Мне давно уже не 18, суки, исполнилось только. Цвет как пчелка, жжж, цвет родной, прям так со стока. Подожди, как пчелка? Не понял, как пчелка? 15, суки, исполнилось только. Цвет как пчелка, жжж, цвет... Как? Цвет как пчелка, жжж, цвет родной, прям так со стока. Стрелка мчит за сутку, стрелки на дорогих колготках. Небоскребы в смолке, смолка и скучно, а с... Бля, чё, он обкурился, что ли? Не смолки, эти караты на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пара эмоджи, вау, да ты способен на подвиг. Большие дяди отправить на бойник, дядям всегда было похуй. Эй, в рот съебал давно, все так шпугаюсь, когда вижу копов. Серые схемы, серые деньги, все фор... Да, прикольно он на самом деле звучит, вот. Прикид, конечно, это странный, но звучит прикольно. Быстрой жизни, быстрой тачки, я благородной породы. Нет ничего ведь дороже, чем вдох. Бля, только сейчас заметил, что там no написано. No. Полиция декодинга. No, это переводится с английского нет. Нихуя. No. Нет. Нет. Нихуя. Нихуя ничего. No. Поняли? Запомнили? Спасибо. Нет ничего ведь дороже, чем вдох. Мы благодарны Богу. Стейка из красной рыбы. День начинается с музыки Куина. Моя кровать кинцась, но королевы меняются быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет выстрел. Быстрая смерть, чтобы не думать о том, что не успел. Шопоголик сучи, я ношу шалав как вещь. Но вы поняли. Я уже видел всю эту жизнь, кажется, сон был вещь. Нету доверия, нету... Бля, панчлайны нахуй, да? Я уже видел всю эту жизнь. Кажется, сон был вещи, а? За душу, бля. Любви, если да нет, новые деньги. Давай. Рубль оставили в прошлом. Теперь только доллары и евро. Новая суть приятная, еще приятней. Новенький паспорт. Private jet, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. А он что, реально паспорт, да, получил? Как хорошо, что он рос не в России. Его не учили бояться. Малому сегодня 12. Под капот V12, на карте я за полночь. Мне да. Хуя себе, блядь, тут сколько денег этот клип стоит? Уже не 18, суки, исполнилось только. Цвет как пчел. Это же нихуя не в After Effects нарисовали, блядь. Это кровь. Цвет прям так со стока. Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках. Небоскребы в смолке, смолка и скучно, ась не смолки. Эти караты на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пара и молча, вау, да ты способен на подвиг. Большие дяди отправят на бойник, дядям всегда было похуй. Пиздуйте нахуй отсюда. Пиздуйте. И пусть с нами успех. Тут надо пиздуйте нахуй, блядь. Сейчас. Пиздуйте нахуй. Похую. Ну так. Дядям всегда было похуй. Так, Оксимирон, я услышал, начался. И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Пусть не с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье. Вот арифмовку не сохранил, да? Процитировал, арифмовка как же. Хуй с ней с капустой, пустим люкс и безумство густо и пусто. Пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Пусть не с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье. Давайте пошумим для Моргенштерна. Насколько я слышу, там этот сэмпл даже играет из той же песни Ван Халена. Сынулечка, ну да, у нас тут, прям у нас утром и крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то текать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим. Я знаю этого парня, я смотрел его стримы. Битмейкер. Битмейкер. Палагин. В погребе бомбоубежище себе приготовили, так что, ну, котик, не волнуйся.
На, от мамы Палагина. Понял. Так, он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе для всего мира. Окей. Мы хотим мира, мы хотим дружбы. С днем рождения, браток. 12. Понятно, понятно. Короче, у меня вот один вопрос закрался. А если Моргенштерн реально поменял паспорт? Я помню, что Егор Крид получал то же самое гражданство, да? Они что, знали что-то заранее? Или нет? Откуда они знали, что надо валить и получать паспорта? В целом, короче, я не очень люблю клипы, снятые одним дублем. Не знаю, почему. Я понимаю, что это технически сложно и должно, типа, нравиться, вызвать вау-эффект. Это мое личное предпочтение. Я не люблю клипы, снятые одним дублем. Но есть они и есть, как, собственно, и этот. По исполнению. Моргенштерн умеет хорошо исполнять. Что его отличает от многих фрешманов, да? То, что он умеет в исполнении. Он умеет нормально просто, блин, исполнить. Не как вот эти вот там. Я ебаный фрешмен! Я ебаный фрешмен! У меня есть бабки! Я ебаный фрешмен! У меня куча... Ну, без этой, блядь, залупы, понимаете, да? Вот. Просто что-то там это интонационно, прикольно, мелодично набубнил и все. В общем, прикольно. Есть что-то даже по строчкам прикольно. Отсылка к Оксимирону. Ну, респект, респект. Ждем фита, блядь. Ждем фита. Но вряд ли он, конечно, когда-то будет. Вот. Возможно, они дадут благотворительный концерт, или Моргенштерн залетит на благотворительный концерт к Оксимирону. Вот, блядь, смеху-то будет. Мы, евреи, не одобряем паспорта ОВ. Да, даже так? Нихуя себе. Нихуя себе. Палагин сайт. Палач, да. А Крид знает Честа, а у Честа есть лучший друг. У Честа уже нет лучшего друга, на Честа всем похуй. Ну, короче, нормальный клип. Нормальный клип. Насчет позиции высказывания ее, это уже дело каждого. Я, типа, вообще в это не ввязываюсь и других судить вообще не берусь на эту тему. Все.